Всем привет из около Московья. У нас пасмурно. Сейчас так жалюзи раздвину. Те тучи. Покосили траву. Я буду готовить кабачки. Отличное такое начало. Ну, в общем, что я буду делать? Я буду делать рулетики из кабачков. Из кабачков и куриной грудки. Сейчас я что-нибудь понапридумываю, потому что, конечно, можно было бы просто сделать рулетики со сливочным или творожным сыром, но в магазин я не пойду, в наличии у меня его нет. Поэтому будем сейчас понапридумываем что-нибудь из того, что есть. Что я пока сделала? Я порезала слайсиками, вот такими вот, не знаю сколько здесь, сантиметр. Два кабачка у меня было. Это у меня коты бегают, не обращайте внимания. Ну, вот такие вот они получились. Вот этот, конечно, на рулетик не пойдет, но мы его так съедим. Красивые отберем рулеты, а остальные скушаем так. Вот такие вот слайсики. В длину замариновала красный перчик, куркума и соль. Вот сейчас они немножечко полежат, дадут свой сок. Потом я этот сок, потом я их обсушу на бумажном полотенце и сделаю на гриле без масла. Пока они маринуются, я займусь сейчас начинкой, то, чем я буду их начинять. Так, сейчас семейную ссору тут разгоню, кошачью. У нас пошел ливень. Смотрите. 2 секунды. Кот. Ему мокро, но ему очень хочется. Дворовая кровушка. Ливеняка. Вот это гроза. Смотрите. Да уж, прям летнее настроение. Что я заметила? Я заметила, что у меня одна фиалочка будет расцветать. Ой, сейчас. Вот такой вот бутончик. Так, что же у нас будет в начинке? У меня есть вареная куриная грудка. Вот я ее вытащила. И сейчас... Я ее порублю. Конечно, если есть мясорубку, можно сделать фарш, можно перемолоть в блендере. Ну, я ее порублю такими мелкими кусочками. Так, что у меня получилось? Я порезала курочку, добавила сюда куркуму, перец, соль и корицу. Я это все перемешаю. У меня есть немножко бульончика. Добавлю сюда бульончик. Ну, очень даже много получилось начинки. Ну, вот она такая вот грубая, не как фарш. В общем-то, наверное, как раз с той целью, чтобы это можно было жевать. Вот, все, это оставляем. В принципе, это готово. Больше у меня ничего нету, что можно сюда положить. У кого есть, положите. У меня сегодня больше ничего нет, поэтому моя начинка готова. Так, разогреваем гриль. И сейчас будем делать наши слайсы на гриле. Вот такие красавчики получаются. Очень быстро, буквально 2 минутки с одной стороны, 2 минутки с другой стороны. Все готово. Сейчас будем делать рулетики. Немножко подостыло уже. Сейчас будем сворачивать.
Сворачивать, наворачивать. Вуаля! Все готово. Вот так вот я накрутила рулетики. Ну, может, не очень ровненько, но зато очень вкусненько. 6 рулетиков поставила вот так сверху, вверх. 4 положила. Мятка, кунжут. Все. Конечно, может быть, чего-то яркого. Хотя и тарелка яркая. Ну, вот такое вот, ладно, зелененькое блюдо. Зелененькое, полезненькое, вкусненькое, сытненькое. Приятного всем аппетита. Соуса, да, наверное, не хватает соуса, какого-то белого соуса. Сливочного, может быть. Творожного, сырного. Тоже можно было бы так красиво украсить. Но у меня его нету, поэтому у меня вот то, что есть. Приятного аппетита. И нам, и вам.